Так, всем привет, продолжаю проходить карманных монстров. Зеленый лист, Leaf Green. Побегал там еще по пещере, немножко подкачал его, и вот такой вот на меня напал товарищ нормального типа. Со способностью очарования может влюбить при контакте. Довольно он крепкий. Что тут еще? Атака пинок, бис, пение. То есть это усыпляет, это вызывает на бис. Рык снижает атаку, пинок просто удар делает. И все. Удар невероятная сила, в нем разрушительная мощь, в решающий момент мегаудар лучшая атака. То ж так думаешь, давай научу твоего покемона мегаудару. Лишь раз. Может. Ой, не, наверное, не буду. Смысл. Пинок колоссальной силы, в нем разрушительная мощь. Когда нужно переломить ход битвы, мегапинок незаменимая атака. Ты так думаешь? Тогда давай учить. А кто может? Эти оба могут. Интересно. А, вот тень. Малин, фрукт. Понятия не имею, что он там дает. Может быть, размолот в порошок для производства медикаментов. О, интересно, надо будет почитать про такое. На ходе ТМ-05 рев. Где он? Заменить покемона противника, дикого покемона просто прогнать прочь. Ну, не знаю. Так, как к тебе попасть? Никак. Трава, давай. Кто тут? Такое у меня есть. О! Сэндшру. Давай поймаем его. Так. Толчок. Просыпается. Да. Этот сон просто он никакой. То есть противник спит ровно один ход, а потом просыпается. Ну, сейчас еще раз проверим. Ну, то есть ты его спать укладываешь, а потом ты его, когда ударяешь, он тут же очухивается. Вот, толчок. А, нет, крепко спит. Странно. Кидаем шарик. Сэндшру. Мышь земляная. Так, есть контакт. Номер 27. Роет себе глубокие норы подальше от воды в засушливых областях. Наружу выходит только когда охотится. Ну чё ж, хорошо. На, какие у него там показатели? Тип земля. Суховей повышает ловкость при самуме. Самум это ж это. Типа как он называется? Песочный шторм такой. Песчаная буря, во. Атака и защита у него очень отличная. Он не быстрый, но довольно сильный и крепкий. Наверное, я такого себе оставлю. Мне пригодится земляной. Потому что я сталкивался этими с электрическими покемонами, ничего не мог сделать. Все, наконец-то до города добежал. Подлечимся. Не надо прокачивать земляного Сэндшру.
то эти уже 20-21, а это 10. ПК Билла. Странно, профессор просил, а я в ПК Билла складываю всех. Ты знаешь Билла? Думаю, завидует он. Этот Билл, я слышал, что он всегда готов, ну, ради покемона. Зайди наверх, поменяйся покемон с друзьями. Можно выменять какого-нибудь редкого покемона, который ты получишь при обмене, растет быстрее. Билла много покемонов, тоже редкие имеются. Так, если бы там не сидел Слоубро, можно было бы срубить деревце, пройти той дорогой, а так придется обходной. Привет, у тебя есть поливирал? Не желаешь обменять на мою джинкс? У меня ни того и ни того нету. Мой муж любит обмениваться. Ха. А, поливирал. Где мне его взять-то? О, велосипеда. Я хочу красивый велосипед. Так. Магаз. Мне нужен городской велосипед. В конце концов, нагорный велосипед. Не могу достать корзину для покупок. Ну, дороговато. А сколько стоит-то? Привет, добро пожаловать. Велосипед. Миллион. Блин, из чего он сделан-то? Платины, золото, там, с чего их так мало времени, так много дел, не знаешь, где можно развеяться. Говорит то, что дела есть у него, а развеяться хочет. Мне есть что продать. Тяжок, камень луны. Нет, все нужно. 4000. Давай купим 7 штук. Суперзелье появилось, 50 УЗ, 3 штуки могу купить, покупаем. Да, на этих баночках нельзя экономить особо, они в боях нужны. Ты тоже тренер, коллекционирование сражений это не просто, да? Ну, я бы не сказал, что это слишком сложно. Так. Ага. Как мне туда пролезть? Только лучше тренер можешь собирать. Я вижу, ты собираешь их. А ты знаешь, что у каждого есть свой секрет? Ну, ни про какой. Не, мне это не интересно, старик. У меня вот есть идея, если я вернусь и для Сеншер выучу там мега удар какой-нибудь, а? А, я не могу вернуться. Вот блин, а. Вот ё-моё. Саркофаг. Давай ему выучим, а то он... А, он может. Машина готова. Сэндшру, твою мать, пока выговоришь, выучивает саркофаг. Погнали. Давно не сохранялся. Этот дом недавно ограбили. Очевидно, что за этим преступлением стоит команда «Ракета». На поимку воров брошены лучшие силы полиции. Я понял. Ага, вон он за домом прям стоит. И где лучшие силы полиции, ты чё? Так. Йоу, Алекс. Твои успехи в ловле. Я собрал команду из самых сильных покемонов. Сейчас я тебе продемонстрирую. Да-да-да, я про тебя уже и забыл. Пиджиотто. Разве ты Пиджи? Да, у меня 10 уровень. Так, но он летающий. Его бьет, значит, табличка.
него бьет каменный, ледяной, электрический. О, давай, из кастрюли. Бах, бах, бах. Скорость снижена. Быстрый удар. О, все, пора менять его. Это не дело. Скорость снизилась. Подожди, а если я его вылечу? Таким зельем легким. Довольно сильно бьет. Вихрь. Ну, похоже, все. Нет. Какая мышка классная, крепкая. Удерживает все удары. Давай еще тогда потратим. Хочу, чтобы опыт получил. Когти. Быстрый удар. Попал. Несмотря на то, что снижена точность. 411 очков. Уровень. Вот и хорошо. Пескоструй тоже выучил. Ратата. Так, давай возьмем Пикачу. Хорошо работает против крысок. Ох ты, нифига себе. Ты чё, а? Так делаешь. Где баночки? Тоже давай быстрый удар. Угу. Чермандер. По 17 уровень. Давай раскат грома. А что это он у него не развился, что ли? На каком-то 15 или 16 угли. Нет. Не надо углями кидаться. Есть у меня одна идея, он огненный, по нему каменные атаки сильно дамажат. А, он убил, вот гад. Попробую с помощью Сэншера победить его. Вот так вот саркофагом. А, ну конечно, да, конечно, конечно. О-о-о, да. Так слабо ему отняло. Плохо. Когти. Он мне сейчас тут им всю команду вырежет. На него не работает паралич, похоже. Он как был в параличе, так и остался. Давай зерна пиявки ему. Засеян. Угли. О, ему он не сильно отнимает. Несмотря на то, что он травяной. Где у меня было, как он называется, эликсир, вот. Сенсор восстанавливает половину здоровья. О, страдает от ожога. Ну, эта штука, это мне так просто везет в играх. И от ожога, и ожог попадает, и усыпление, и все остальное. Так, надо его бить, а то его... Он вообще паралич на него не действует. Вообще. Он все ходы параличе, он ни разу не был парализован. Это очень странно. А, о! Да ладно. Сколько ходов? 6-7 прошло, он один раз только в параличе оказался. Как он достал уже меня? 124 всего лишь опыта. Абра.
поменяем. Крепление, когти, саркофаг, давай. Так, телепорт. Угу. Телепорт не сработал. Че он пытается-то? Ну хорошо, он не бьет меня. Тоже не получается. На. Ну, неплохо, подкачался. 288 денег, это так мало. Я был у Билла, и он показал мне свою коллекцию редких покемонов, я занес свой декс. Билл Покемоньяк. Ты пользуешься его... Да, кстати, я скидываю в ПК Билла. Ага, верно, мне жаль тебя, серьезно. Ты всегда позади меня, дневник. Теперь я действительно ухожу, пока. Давай-ка сохранимся, мало ли какой-нибудь вылет будет или еще что-то. По новой бой драться не хочу. Так, я запомнил квест, что в каком-то из домов поливирла на Джинкс старик хочет выменять. Надо это запомнить. И к Биллу сходить. Мини-квесты такие. Двенадцатый уровень. Так мало. Блин. Очень маленький у него уровень. Хотя бы 17-18 был бы. Дорога только сюда. Путь номер 24. В народе этот мост называют золотым. Если одолеешь 5 тренеров, ты получишь ценный приз. Справишься? Да, почему нет? Ты жуколов. Твоих жуков эффективно бьют каменные атаки. Поэтому вот. Да, ну это гусеница быстрее. Удивительно. Видел. Опасный, уродливый гад, который травит. Клей. Ну или замедляет. Угу. Метапод. Так, этот кокон только только и делает, что твердость вот такое. Никакой угрозы он не представляет вообще. Да. Учитывая, что камень эффективно бьет, он все равно выдержал удар. Надо поберечь ОЗ саркофага по объему когтями обычными. Вот у него атака и защита хорошо вырастают при уровне. Все остальное как-то слабо. Твердость. Да бога ради. Надо посмотреть про этого Сеншера потом за кадром, когда там он развивается, что вообще. Если не забуду, впечатляюще. Так, первый тренер есть. Второй. Я вторая, готовься к бою. Ну, ты не Жуколов, похоже. Да, девушка Элли. Пиджи. Ну, воздушный тип тоже слаб каменным атакам. Поэтому... Пескоструй. Ой, блин, я так ненавижу эти атаки. Меткость мне снизила. Все равно попал. Да, но Пиджи каким-то образом магическим выдержал. Когти. Ч
Что за самум? Я вот думаю. Одиш. Так, Одиш. Надо поменять. Одиш травянистый. Он мне сейчас тут проблем создаст, потому что я своим бульбазавром побеждал Брока. Тоже земляных покемонов его. Быстрый удар. Дренаж. Крепкий он. 12 уровня, я даже полжизни не отнял ему. Мелкий, крепкий. Что это такое даже? Ботва у него сверху, его выросла. А сам круглый, как свекла какая-то, почти цветом. Луковичка какая-то. Понятно. 190. Беллспроут. Так, оставляем. Тоже это травяной. Тоже быстрый удар. О, этот не такой крепкий. Рост. Рост дает спецатака, возросла. Да ради бога. Пикачу зарешил здесь сам. Я проиграла. Да, я третий легко не будет. Тимми. Так, 14 у меня. 13. Так, лучше здесь, я думаю, заменить. И плетьми его ударить. Использовать пескострой. Да как вы достали, а? Плети, давай. Только попади. Попал. Сенчу. Эконс. Давай заменим. Вот на него. Не знаю, какого он уровня. Может, перекачанный какой-то. 14-го. Нет. А враг Эконс снижает от противника запугиванием. Да, крепкий он. Полжизни всего лишь снял ему. А мне он очень мало отнял. Слабая змейка какая-то. Только и запугивает, что и делает. Проиграл ты, Тимми. 224 монета. Я четвертый боя. Ну и вон пятый. Я так думаю, его победим. И он награду даст, обещан. Девушка Релли. Нидоран. Нидоран, он ядовитый. Кролик. Ну или кто это такой. У меня земляных атак нет. Готовность. Что это такое? Сосредотачивается. Бить он сильнее будет или что? О, как мало ему отняло. А укрепление давай сделаем. Защита возросла. Выпад. Давай еще раз саркофаг. Это хорошо. Скорость снижена. Выпад. Ё-моё. А, точно. Я в какой-то серии поймал Нидорана тоже. И написано было, что способность отравитель. Вот так вот при контакте он отравляет. Блин. 30-30. Да, хорошая у него очень защита. Давай заменим. А потом в покецентр придется бежать. Потому что он тут рядом. Кролик вот такой вот у меня. Фига себе, что они такие крепкие? Статику заработал. Два пинка. Быстрый удар. Вот и все. 256 монет. Да. У меня Пикачу, помню, падал атака от яда несколько раз.
Так, ну чё, лечимся. Ой. Серии будут по 30-40 минут, вот так приблизительно, как раз нормально. Потому что игрушка довольно обширная, маленькие какие-то серии делать мне это неуместно. Иначе тут будет серии, я даже не представляю сколько. Ладно, я пятый, я тебя остановлю. Тут нужно завоевать 8 значков в лигу, пробиться и так далее. А сколько я там серий уже сделал? 6, по-моему, 5. Я только один значок. Так, 18 уровень манки. Давай укрепление. Карате. Ого, тише. Пескоструй давай сделаем. Так, он меня, похоже, убьет следующей атакой. Давай заменимся. Я не хочу его терять, мне его надо прокачивать наоборот. Удар низом. Раздвоение. Бесполезные какие-то атаки. Делаешь раздвоение, еще что-то, по тебе все равно попадают. То есть не работает это ничего. Злой взгляд. А нет, вот промахнулся. Один раз. Так, надо его сделать быструю атаку, чтобы точно опередить его. Тамакака довольно быстро и сильно. А, и все, что ли? Да, спасибо. 360 монет. Подожди, там еще один стоит. А где награда-то? Я действительно старался. Блин. Поэкономлю на баночках. Бегаем, подлечимся сюда. Я хотел сохраниться после пятого бойца на золотом мосту. Там еще на той стороне я видел, где-то здесь трава. Вон, да, была. И там стоял кто-то вон в зелененьком. Поздравляю, тебе удалось победить 5 наших тренеров. Позволю учить тебе... А, все. Получается, самородок от загадочного тренера. Команда ракета. Преступная. Не-не-не. Я попробую период... Сделал предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Перед фактом меня ставит он. Ну давай. А раз он и переоделся, вот он уже в черном Эконс. У него 15 уровень, неплохо. Захват, промахивается. Слабенько, конечно, отнял. Давай укрепление. Тю, я повысил защиту, мне понизил. Давай тогда так. Да, не работает эта фигня. Должным образом. Какой-то там шанс есть. О, укус. Жало промахивается. Вот сейчас сработало. Еще раз сработало. Повезло просто. Зубат. Он летающий, его по-хорошему каменной атакой можно убить. Вот это. Вопль. Слабенький какой-то вопль.
и скорость влезает. Хорошая вещь. Давай еще раз. Вы видите, первый он ходил, теперь я переломил ход боя. Стал ходить первый Сэндшроу. Отлично, 15 уровень. Только ничего не разучил, ну ничего. 480 монет. Твой талант мог бы сделать тебя боссом команды Ракета, подумай об этом. ТМ-45 флирт. Ты чё? Фиг знает откуда. Я видел отсюда твои битвы. Да, скаут Шейн выбирает ротату 14 уровня. Быстрый удар. А, все понятно. Придется менять. Вот так вот. Это не дело. Критические удары. У него, видимо, кроме быстрого удара и нет ничего. У меня тоже есть, кстати, быстрый удар, на. Крыски такие мерзкие, за них мало опыта дают. Они, блин, какие-то противные. Эконс. Запугиванием. Угу. Неплохо, кстати, парализовала ее. Так, 21 уровень. Угу. Вот скорость высокая у него, 50 аж. Охренеть, он быстрый, мышонок. Так, это не дело. Один при смерти, другой там. Надо их полечить снова. Будем экономить на спреях всяких и так далее, как только возможно это. Так, тут трава есть. Думаю, что я за кадром здесь полазю в этой траве, посмотрю, кто тут водится, ловится, чтобы время не тратить. Путь 24, да? Вон, вижу тень на траве, там что-то есть. А вот тут уже путь 25. А, я только что вернулся из Лунной горы. Франклин Мачоп. 15 уровня. Мачоп. Укрепление, давай. Готовность он делает. Так, я так понял, что это атака урон повышает. Удар низом. Да что ты будешь делать, а? Критический удар. Карате. Перебил его Сэндшроу. Джедут. А мне его бить нечем. Это нормальная атака, это каменная. Не, ну не знаю, каменно как на него, кстати, подействует. Никак. Это критический удар и еле-еле что там отнялось. Загрязнение он делает. Что за фигня? Электричество ослаблено. А толку? На него электричество и не работает. Вообще не работает. Обвал. А вот плети на него работают очень хорошо. Угу. 540, вот это уже неплохо. Персик, перкис, фрукт. Так,
что за хрень? Где он? Вылечит покемона начащего от отравления. О, неплохо. Так, я думаю, что тут я закончу. За кадром я тут в траве побегаю, посмотрю. Ну и там, где золотой мост, посмотрю, кто тут есть. Может, поймаю кого. И продолжим потом. Все, на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.